В Одинцове прошел матч по волейболу в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. За звание чемпиона борются сборные разных городов страны. В этот раз на площадку вышли команды Республика Татарстан и ХМАО «Югра». Классные соревнования, великолепные, которые заменили все международные. И то, что они проходят в Одинцово, это блестяще для нашего зрителя. Наш зритель давно не видел такого топового волейбола. Команды сражались на равных. До последнего в каждом сете не было понятно, кто победит. Играли до 25 очков и шли нога в ногу. Победу одержала Казань со счетом 3-0. Начиналось тяжеловато, но потом вошли в тонус и показали свою игру лучше, но игра все равно каталась от одной команды к другой счет. Финал мужского турнира состоится в это воскресенье, а женские команды сразятся за победу на следующей неделе. Ольга Дмитриева, Дмитрий Потапкин, телекомпания «Одинцово».